Друзья, всем привет! На повестке дня у меня вот такая вот досточка. У нас не погода, третий день, поэтому я вас сегодня встречаю на своей кухне. Хочу показать вам, решили отдохнуть, решили посидеть немножко. Ну и, в принципе, чтобы особо не готовить, вот такую вот красивую оригинальную нарезочку, который состоит у нас из двух видов орешков. Ну, опять же, можно все что угодно. Если у вас это, допустим, сырная нарезка, то обязательно поставьте такую емкость меду. У меня сегодня мясная и сырная, два вида колбасок и 7 видов, немного фруктов, 7 видов, немножко сыра. Так что, друзья, досмотрите видео до конца. Всем приятного просмотра. Ну, давайте приступим. Смотрите, в моем случае доска. Доска может быть у меня сегодня квадратная, может быть любой формы. Круглая, овальная, кому как угодно. Моя не очень большая. Также к доске нам понадобится у меня вот таких вот формочки. В эти формочки мы будем с вами насыпать орешки. Орешки тоже могут быть разные. Ну что, и также разный сыр, разная колбаска. Давайте готовить. Смотрите, заключение нашего с вами видео. Вот такая у нас досочка с вами получилась. Здесь доска не имеет значения, то есть от самой маленькой и круглой, может быть квадратной, и до самой большой. То есть тут уже смотрите на свое усмотрение. Два вида колбаски, немножко фруктов, два вида орешков у меня получилось и 7 видов сыра. Мы сегодня решили посидеть немножко в беседке, вот, поэтому с бутылочкой шампанского отдохнуть. Поэтому, друзья, надеюсь быть кому-то полезной. Все просто, все легко. Самое главное, такая весомая досточка получается для хорошего перекуса. Ну что, всем пока-пока. До новых встреч!